В Братске закрыли крупный игровой клуб. Информация о работе нелегального заведения поступила полицейским накануне. В этот раз охоту на подпольщиков вели оперативники Главного управления МВД по Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, попасть в помещение полицейские смогли только с помощью ОМОНа. Пришлось взламывать бронированную дверь. Улов оказался крупным. В клубе оперативники обнаружили 67 игровых автоматов, оснащенных купюроприемниками. В это время в казино находился не только персонал, но и 20 посетителей. Из кассы полицейские изъяли выручку – 150 тысяч рублей. Однако, по имеющейся информации, в удачные дни она могла достигать 1 миллиона рублей. Все игровые автоматы изъяли и опечатали до судебного решения. Сейчас правоохранители устанавливают их собственника и арендатора помещения.